Вот и апрель, звенит капель, и солнце славно припекает, к мечтам благим располагает, кто на рыбалку, кто на сад, а кто и огороду рад. Где зеленеет травка, а где еще снежок лежит, и воздух так весной манит, природа снова обещает любовью всех нас обновить. Я принимаю обновление весны, прекрасное творение, и соловьем запеть готов, в очарование погрузиться и жизнью милой насладиться. 20 апреля, день Акулины, посвящен святой мученице Акилине. В 12-летнем возрасте она начала проповедовать среди сверстников о христианской вере и недопущении поклонения идолам и языческим божествам. За это она была подвергнута нечеловеческой пытке. Раскаленным железом ей просверлили голову сквозь уши. Она не умерла. Ангел ее воскресил, и она пошла обличать мучителей. Двери сами открывались, пропуская ее. И испуганные палачи отсекли ей голову. Вместо крови полилось молоко. Сегодня пробуждались русалки от зимней спячки. Так считали наши предки. Чтобы ублажить русалок и защитить мужиков и детей от них, женщины выносили на Акулинин день платье или ткань, клали их на берег. А когда шли к реке по воду, то брали полынь или чеснок для отпугивания, иначе русалка могла защекотать до смерти. О происхождении самих русалок говорили, мол, ими становятся девушки, умершие перед замужеством, покончившие с собой от несчастной любви, а также задушенные во сне матерями. Существовали русалки-покойницы. Они походили на людей, но отличались очень бледной кожей и распущенными волосами. Предпочитали ходить в просторных и прозрачных белых рубахах или даже голыми. Их необыкновенную красоту объясняли тем, что дьявол забирал в свою власть души русалки, а взамен давал ей чарующую внешность. За неделю до этого дня сеяли гречиху. Это давало название этому дню – Акулина гречишница. Сегодня варили гречневую кашу, которую ели сами, а также угощали нищих и немощных. За такое угощение благодарили и желали хозяевам богатого урожая гречихи. В это же время пробуждались насекомые – оводы, мухи и комары. Они доставляли своими укусами боль домашним животным. Отсюда пошло другое название этого дня – Акулина комарница. Приметы. Ливень сегодня означал плохой урожай яровых культур и малины. Мороз поутру к хорошему урожаю хлеба и гречихи. Звездное небо говорило об обильном урожае лесных ягод и орехов. Дождь пошел к богатому урожаю малины. Thank you.
Юноармейцам привет. Здравствуйте. Доброго здоровья. Вот такой я на сегодня. На сегодня.